сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Балашиха задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Полицейские остановили мужчину возле одного из домов на Комсомольской улице в подмосковном Реутове. В его рюкзаке они обнаружили и изъяли 8 свертков с неустановленным веществом растительного происхождения. В дальнейшем в ходе осмотра арендованной им квартиры было найдено еще 189 свертков с аналогичным содержимым, а также весы и вакуумный упаковщик, предположительно используемые для расфасовки. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством марихуаны общей массой около 70 килограммов. Со слов подозреваемого, он планировал сбыть запрещенные вещества через тайники-закладки. В отношении фигуранта следователям Следственного управления Межмуниципального управления МВД России Балашихинское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время задержанному избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.